коллекцию собирала более 50 лет. Цветов разновидностей очень много. Ну, кто цветами занимается, тот знает, что это такая зависимость, и оторваться от этой зависимости просто невозможно. И лечить нас никто не может. Это наша альпийская горка. Здесь растут растения альпийцы, маленькие. Это должны, ну, напоминает горы наши, скалы, отвесы, все. Вот это вот коллекция молодил. Здесь более 30 сортов. Молодило, оно и зимой, и летом всегда зеленое. Очень красивое, компактное растение для альпийских горок. Гортензия. Это новые сорта, произведенные в Голландии. Мисс Саори – это новый сорт, который выдерживает минус 30 и дает повторное цветение в августе. Мало таких сортов, которые нас радуют весь период вегетации своим цветением. Каждый цветочек махровый. Настолько красивые, что это просто завораживает. Отойти от этих кустиков невозможно. Вот цветочек, который радовать будет вас весь период цветения. Очень долго цветет. Махровая розочка, эустома, ирландская роза. Семена настолько мелкие, и сразу она очень медленно растет. А потом расцветает и радует, конечно, обалденно своих хозяев. Это мак восточный. Каждый лепесток изрезан ножницами, как будто. Такая красота. Пчелки над ним летают. Цветет недолго, 2 недели, но за это время он так вас подпитает энергией и даст вам адреналина, что вы не представляете, насколько это красивый цветок. Сегодня вы побывали у нас на этой территории. Здесь маки, люпины, те растения, которые будут нас радовать в течение года.